Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сейчас будем прокалывать. Сегодня у нас 28 апреля 2018 год. Поросятам исключительно для животных. Поросятам уже шестой день идет. Пятый. Ну, с пятого на шестой. Можно было, короче, можно было, в принципе, и на третий день колоть. Ну, так как это не белые свинки. Белых вообще чуть ли не в первый день колят, насколько я понимаю, да? Да, как родились, сразу колоть. Ну, у вьетнамцев с этим попроще. И мы сейчас железо. Это железо у меня в руках, я просто показываю. До складу, до состав, в состав входят витамины тут. Всевозможная дрянь. О, тут даже есть, ты понял, тут даже есть. От поросята от 3 до 5 дня, от 3 до 5 миллилитров, не, от 3 до 5 дней миллилитр подкожно. С повторным применением данной дозы после 7-20 дней. Ну, то есть мы в 5 дней нормально улаживаемся. Как раз то, что надо. Поросята старше 7 дней, под свинки и свиньи 1-20 миллилитров подкожно. Мы будем сейчас делать 1 миллилитр, потому как у нас не из поросята, а мобильные нет, телефоны. Не до поросят. Нет, пока это не до поросят. Так, ткани вместе инъекции не подлежат употреблению в пищу в течение 5 суток. Ну, мы их в пищу пока употреблять не собираемся. В общем, здесь, о, смотри, мыша обалдела в край. Здесь получается у нас комплекс витаминов годен до 20 года. Ничего себе, срок годности 4 года. Комплекс, ну, хранить надо в холодильник. Комплекс витаминов с добавлением декстрата железа. Микроэлементы, витамины группы В. Короче, все это для лучшего роста. Сделано в Польше. Цена 75 гривен. Ну, тут его много. Мне хватит проколоть. Тут 100 миллилитров. По миллилитру это что? 100 свиней. На 100 поросят. Ну, свиней ты громко сказал. Все, начинаем, короче, операцию. Кооперацию. Держи, держи. Держи. Снимай. Собака. Да бросим. Значит, смотрите, вводим подкожно в ляжку. Низ головой держим, он тогда успокаивается, не так орёт. Все, не репнул, значит, нормально. Окей. Да еще одного возьмемся. Он орет, потому что мамы нет рядом. Какие-то чужие злые дяди хватают его за жопу. Я бы тоже орал, если меня за жопу хватали. А в принципе, не испытывает особых там каких-то дискомфорта не испытывает. Там мама уже ходит где-то. Ну, примерно вот такая операция несложная. Мы ее сейчас проделаем в 5 дней. Повторим ее в 20 дней. Это позволит поросяткам быстро, хорошо расти и развиваться. Давай, а ну пожалуйста. Заходит мама, они вот пищат, а она хрю-хрю, они к ней жаловаться бегают. Выходи. А ну мухи. Телефон. Слышь, телефоны как гудят. Слышь, видно, на прием стали. Хрю-хрю-хрю-хрю бегает. Мама ж пришла, пожалуйста, как мама их накормит. Что ты хрю-хрю, жрать давай? О, смотрите, сразу-сразу уваливаются жрать дать. Надеюсь, там никого под стенкой не придушил. Нет, там уже. Уже сейчас стали умные, этот вообще на радостях обосрался. Ух, хотя хуй-то... Они уже сейчас, уже не то, что когда родились, ничего не да, понимали, первых, что делать. Первых два дня проблема, а сейчас уже все. Цена их успокаивает, сразу жрать им. Слушай, ну что я не вижу, чтобы... Да ну ты вообще, ну что это за этот самый, за выступление? Давай. Вместо того, чтобы им нормально на бок лечь, она лежала на пузо. Зато пену пустила, слышишь? Злилась, да? Ее в сторону, да, в сторону отвели, чтобы она там не мешалась под ногами. Так она вот все услышала, как они пищат. Давай выбивать ворота. Двери. Это по какому ты их кормить собираешься?
успокаивается. Все. Давайте, дятлы, с другой стороны сиськи. Погнали. Сейчас один только поймет. Короче, процедура прошла успешно. Жертв разрушений нету. Все поросята проколоты. Да не трогай, что ты. Пена сорта. Ну я ж тебе говорю, нервничала девочка. Она там разваляла все, что могла, чуть забор не выбила. Ну, все. Все, пошел, первый нашел. А у каждого своя сиська. Ну да. И чужую никто не сосет. Как уже они там определяют, где чья, по счету, там, по номерам как-то. Ну, каждый свою ищет. Бась? Не первую попавшуюся, а он шукает, что-то там. А вот там пятеро дятлов с другой стороны. Это пять. Большие жрут, а мелкие не хотят. Хотят, просто они дятлы. Направить? Не надо, сами разберутся. Кого направлять? Еще не хватало их тут направлять. Дивы, дождался, пока нижнюю сиську дали, он к нижней присосалась. Верхняя не ихняя она. Не, вот этому, да не, нижнюю ищет, ты видишь какой? Значит, я не голодный. Не, обойдут сейчас. Да. Может, еще немного перепуганные, и мы еще тут присутствуем. Уже, кстати, будем, наверное, надо как-то сделать, чтобы они, может, выходили уже, а? Илюх. Так низ забить и выпускать. Не, ну я просто говорю, что уже можно, мне кажется, чтобы бегали по улице. Ну, уже жарко. Да не то, что и солнце будет им нормально. Им солнце не повредит. Витамин Д. Не, ну мы им дали B1, B2. Не, ну, витамин Д. Железо. Солнце и солнце. А с той стороны. Вот это гном мелкий самый, смотри. Обиженный развернулся, ушел. С этой стороны боятся, мы тут сидим, они боятся. Ты давай уже, что ты там лапами своими? Ты понял? Ничего, они подрастут через неделю-две. Они валить будут, прыгать на нее с разгоном. Хрясь, все. Она бедно не будет знать. Ты же ей больше даешь, да, сейчас хочешь? Ведро. Утром ведро вечером. Траву не ест. Ого. Не хочет. Каша есть, траву есть не будет. Барышня интеллигентная. Не, ну пускай пока. И у нее много, 10 штук, надо, чтобы нормально кормить. Надо кашу, траву. Чем дольше мы, чем больше она, тем больше молока будет, тем больше она их будет кормить, тем меньше нам проблем в плане. Не надо будет этот самый, не гранулу покупать. Гранулу как раз от зарплаты и гранулу возьмем. Им уже будет недели 3 к тому времени. Меньше чуть-чуть. 21 день им начинают сами делать. О, в 20, ну, 3 недели можно будет их подкармливать уже. Именно для них ставить еду. Я так мечтаю прикупить гранул стартовых. Комбикорм там стартовый в виде гранул есть для поросят. И вот мы его начнем малышам давать. Ну, помимо молока маминого, они еще будут получать что добавку. Стоит? Обиделся, наверное. Это не поймет, что делать. Если он так будет тормозить, он таким маленьким и останется на всю жизнь. Хотя не, вот там черный еще меньше. Но маленький не факт, что он не вырастет. Ну, я имею в виду, то, что он маленьким родился, это не значит, что он останется таким маленьким. Не, нормально, он упитанный конкретно, не худой. Да, пока хватает. Значит, жрать не хочет, хотел бы уже, те уже все понахотели. Они уже, вот я замечал, они буквально через неделю уже начинают. Вот смотри, он уже что-то там ковыряется в траве какой-то, что-то там пытается съесть. Ну, слюну вырабатывает. Жует там, пытается этот самый. Смотри. Что у них достоинство, они белые эти не так. Тебе там 2 недели, как минимум, а то и 3, прежде чем они начинают рыть там подстилку, пытаться что-то найти. Ты ж мой дикий. Да, эта дикотворина рассчитана так, чтобы максимально шансы выживания увеличены до максимума, чтобы он успевал. Да, обиженный, что-то, наверное, провинился. Вот так вот активно. Не, вот так у нас закончилось прививание железом. Прививка железом пошла всем на пользу. Сразу накинулись мы пожрать.
Хотя вот этот беленький, как мама, вот я его сейчас сфокусирую, он сейчас трисный, по-моему. По швам разойдется. Заныкался за черным. А у черного вепра, смотри, мышцы какие появились уже. Вот так вот, если сфокусировать большим этим салом, сделать на весь кадр, кажется, что ты настоящая большая белая свинья. Все. Дрыщ, пришел. Арахит, учти, тут же швалочка ненадолго открывается. Ты пока будешь там бродить, оно все без тебя пройдет, мимо тебя. Может, доза слишком большая была, ну, голову надавила, смотри. А нет, пришел. А наглый, елки, маленький, а наглый, смотри. А дурный, вот и маленький же дурный. А это самое, зубы не обламывали. У вьетнамцев, смотрю, ну как бы сперва обламывали, у меня даже видео есть. А потом народ там общался, ну, читал, смотрел. Говорят, ну не обязательно, если не наносят ран зубками. Я вот смотрю, ну, в принципе, нормально. Бах, пошел вон отсюда. В принципе, нормально, нема, я не вижу на ней там. Ну, никаких отрицательных воздействий этими зубами они не наносят. Свиноматки. Она их не, ну, не отгоняет там. Поэтому лишний стресс не делаем. Да, у него так будет в своем 5 сверху, 5 снизу. Не, я имею в виду, зубы ломают для чего? А, чтобы не... Когда, да, она начинает, острые, поросенок начинает кусают. Травмировать, мало того, царапает сосок, расцарапывает, а у них наоборот, зубы так загнуты, что помогают удерживаться. Цепляться. Ну, он-то маленький. У него вес изначально там грамм 700, наверное, 500 до килограмма. Белые рождаются 10-килограммовыми. 9-11 килограмм поросенок. Ну, новорожденный, по-моему. Там сила зубами дёрнет. А здесь, ну сейчас, наверное, по килограмму есть уже, да? Да. Можно, кстати, взвесить будет. О, будет 10 дней я взвешу, чтобы конкретно было понятно. Изначально не взвешивал, там нечего взвешивать. Они рождаются настолько маленькими, я же говорю. 300 грамм. Как вот тут два постоя, все в одну посуду. Вот такие примерно размерами порося. Ну, вот так вот закончилось у нас. Витаминизация. Прокололи железом всех. Маму не будем колоть железом, хотя можно и ей вдолбить. Маме уже ничего, мама уже старая. Не, я имею в виду, что ну, после болезни для восстановления колят и взрослых особей. Ну тут не надо. Ей, по-моему, нечего восстанавливаться. Самочувствие нормальное, он пена у рта и заснула, главное, что. Все, не будем мешать, давай выключаем, наверное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго. Вот этот мелкий, смотри, значит, черный этот вползком заполз, ну, короче. Да. Сверху присосался. А этот сверху присосался и все. По башке топчется. Не может найти здесь. О, нашел. Черный, ну такой здоровый кабан уже вырос. Сравнить вот это. Такое впечатление, что они из двух разных об этих самых семей. А он раз большой черный, второй черный большой, и два таких, как она. Так хряк черный, вот, хряк, ну, все равно хряковских четверо, да? Пять. А, пять на пять? Четыре. Четыре на шесть? Четыре хряка и таких, и шесть, как она. Кстати, что вот такой цвет, вот такие даже больше, да, вырастают? Ну, хотя, не, окраска не имеет значения. Бывает... Помнишь, были черные свинки, были такие здоровые, повырастали, а с ней сидел... Этот самый такой пестрый вот этот. Не дужа. А были наоборот. Да. А помнишь, у тебя свинья была, ходила за тобой постоянно? Свинья была, ходила за полтора, это не полтора, а не, ну где-то полкилометра точно. Ходила за Илюхой пастись. Короче, примерзла зимой. Ее и отпаивали, и откалывали там антибиотиками, очухалась, ну выжила. А двое, по-моему, сдох. Один сдох, и оно два было. Один сдох, а вот это она выжила. Ну, факт в том, что приморозили. Отдельно это, да? Сидела от этих, потом не шла вообще в коллектив, ни в какую. Ее постоянно на ней катались. А что с ней так не орала, текала. И вот заходила. О, это же еще за говно. А ну выйди отсюда. Еще одну. Проверь. Давай, выходи. Же животное, а? Хорошо, все, лежи, Роска, лежи. Все, закрываем, да. Ой. Короче, историю про пузо расскажу в другой раз.
подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Куры, твари, распугали кормление. Всего доброго.